Здравствуйте, друзья! Спасибо, что смотрите наш канал «Прошу к столу». Сегодня мы с вами будем готовить легкий и быстрый сырный пирог. Для пирога нам понадобится слоеное тесто, твердый сыр, мягкий сыр, семечки и яйцо. Сыр натираем на крупной терке. Противень застелим пергаментной бумагой или возьмем коврик для запекания. Раскладываем половину слоеного теста и посыпаем сыром. Сыр вы можете брать любой, как вы любите. У меня твердый и мягкий сыр. Сверху накрываем вторым слоем теста и хорошо будем закреплять края. Прокалываем тесто вилкой и смазываем взбитым яйцом. Посыпаем семечками. У меня это семечки подсолнуха и сезам. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Сырный пирог готов. Всего 25 минут, и можно побаловать себя вот таким вкусным блюдом. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, если вам нравятся рецепты. Прошу к столу и приятного вам аппетита!